Итак, на самолете в Крым и Санкт-Петербург аэропорт Тунушна уже в ближайший месяц возобновляет пассажирские рейсы в северную столицу, а в июне открывается летняя программа рейсов на Черноморское побережье. Работа будет осуществляться с новым крупным авиаперевозчиком. Правительством поставлена перед руководством аэропорта задача повышения качества обслуживания наших пассажиров, привлечения авиакомпаний современным парком воздушных судов с лояльной тарифной политикой. Более того, скажу, что открытие летней программы полетов будет сопровождаться интересным мероприятием, которое пройдет 1 числа в одном из наших крупных торговых центров, где будет разыграна масса призов, в том числе билеты на Санкт-Петербург и Симферополь.